Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardra Saturn5, перед нами Redmi Note 8 2021 года. И в этом видеоролике мы вам покажем, как записать видео в режиме таймлапс на данном устройстве. Для этого мы открываем камеру нашего телефона и листаем вправо к пункту «Еще». Если у вас здесь нету пункта «Еще», значит, у вас включено управление при помощи жестов, то бишь у вас будет, смотрите, у вас будет панелька «Еще», которая открывается по свайпу. То бишь делаем вот таким вот образом. Видим вот такое вот меню. В пункте «Еще» мы видим то же самое. Здесь есть наш таймлапс. Что делает таймлапс? Таймлапс ускоряет видео, которое вы сняли во много-много раз. Во сколько раз? Это уже настраивается. Нажав на вот этот вот пункт, мы можем настроить скорость нашего таймлапса от 4 вплоть до 1800x. То бишь то, во сколько раз наше видео будет ускорено. Также мы можем настроить длительность. При первом пункте телефон будет записывать до бесконечности, то бишь до тех пор, пока мы сами запись не закончим. Или мы можем, к примеру, включить 120 минут, включить скорость там 120x, закрепить где-то наш телефон, уйти себе на 2 часика, через 2 часика вернуться, и телефон снимет нам видео, которое будет длиться 1 минуту, то бишь оно будет ускорено в 120 раз. Здесь, кстати, по-моему, если вы вот так вот дергаете скорость нашего таймлапса, в верхней части показывается, для каких факторов, для какой съемки лучше всего подходит каждая из съемок. К примеру, там 1800x подходит для съемки растений, если вы хотите снять, как растет там какой-то цветочек и так дальше. Если вы хотите снять там какие-то облака, значит, вам нужно выбирать от 90 до 60x. На 30x можно снимать людей, которые двигаются, или машины, которые ездят, и так дальше. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале. А если у вас остались какие-то вопросы, вы можете смело писать их в комментариях. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, и всего хорошего. До свидания!